Друзья, сегодня у нас очень интересное видео, потому что у меня в руках самая миниатюрная новинка компании Xiaomi Mi TV Stick. Буквально недавно просто была презентация, его в принципе показали, что такое существует, а у нас уже сегодня на обзоре, представляете, телевизионная приставка размером с зажигалку. Берешь с собой куда хочешь, приезжаешь в отель, где угодно, втыкаешь, и у тебя разворачивается на телевизоре полноценный Android TV со всей твоей библиотекой, подписками, стриминговыми. В общем, погнали! Комплект поставки минималистичный и очень простой. В яркой картонной коробке находится сам стик, несколько бумажек с руководствами по эксплуатации на всех языках, пульт, кабель USB-A на microUSB и сетевое зарядное устройство. Внешний вид Mi TV Stick максимально невзрачный, и это логично, ведь во время использования он будет спрятан за телевизором в разъеме HDMI. И хорошо, что до подключения был выбран именно этот интерфейс, так как повсеместную популярность он получил еще 15 лет назад, и вероятнее всего именно он есть в твоем старом телевизоре или даже мониторе. И многие спросят, зачем мне вот этот стик, если у меня, допустим, Smart TV? Но погодите, ведь софт софту рознь, и все прекрасно знают, что есть огромное количество людей, покупающих себе Smart TV, и все равно туда подключается приставка, чтобы сервисы Google отлично работали. Вот оно, решение. Первое преимущество даже в сравнении с тем же Xiaomi Mi Box S — это размер. Такая себе флешка 9,5 на 3,5 на 2 сантиметра весом 85 грамм, которая вообще не занимает места под телевизором, а единственный провод, подключаемый в стик, — это microUSB для питания. Но его можно включить напрямую в телевизор через USB-A. А вот если такого нет, то придется тянуть удлинитель. После включения достаточно пройти стандартную процедуру настройки с подключением к сети Wi-Fi и авторизации в Google аккаунте, после чего станет доступен чистый Android TV 9 поколения со всеми его фишками. Например, если вы используете смартфон в той же сети Wi-Fi, можно подключиться к приставке через Chromecast и транслировать все, что угодно, сразу на телевизор. Управление осуществляется при помощи стандартного для Xiaomi пульта с 14 кнопками по Bluetooth 4.2, так как это бюджетная приставка, то в комплекте нет батареек, поэтому придется доставать их из другого пульта или покупать заблаговременно, тип аккумуляторов 3А. Пульт пластиковый, миниатюрный и очень легкий, привыкаешь к нему за несколько минут без особого дискомфорта. Главной фишкой являются кнопки быстрого доступа к Netflix и Amazon Prime Video, а также кнопка вызова голосового ассистента, который хорошо распознает каждое слово владельца вне зависимости от языка. Поддерживаемое разрешение Full HD. Многие сказали бы, ну, наверное, хотелось бы 4К. Ну, а что вы хотели? Посмотрите на эти габариты. Full HD, в принципе, ок. Хотя у меня есть догадки, что когда-то Xiaomi выпустит эту модель еще и с 4К. Но когда это будет, не совсем понятно. За производительность устройства отвечает 4-ядерный процессор Cortex A53 с частотой 2 ГГц и графический ускоритель Mali 450. Особых тормозов в работе интерфейса замечено не было, разделы меню переключаются быстро, приложения запускаются без какой-либо там задумчивости. У этого устройства гигабайт оперативной памяти, 8 гигов постоянной памяти, даже поговаривают, что можно подключить флешку через OTG сюда. Безусловно, не стоит пытаться там запускать мобильные игры на этом устройстве, оно просто создано не для этого. Здесь есть еще один интересный бонус, связанный со звучанием. Mi TV Stick поддерживает технологию объемного звучания Dolby Audio и DTS Surround Sound. Качество передачи сигнала на протяжении тестов всегда было на высоте. С помощью двухдиапазонного Wi-Fi можно подключаться к быстрым сетям 5 ГГц и не ставить на паузу видео, чтобы оно подгрузилось, как это бывает в бюджетных приставках. В общем, абсолютно великая и компактная вещь, ну великая в смысле замечательная. По ссылке в описании к этому видео вы можете узнать официальную стоимость этого устройства в магазине Алло, поэтому добро пожаловать. Пишите, кстати, конструктивные отзывы, как бы вы использовали вот такой вот стик. Возможно, у вас есть какие-то нестандартные сценарии его использования. С вами был Иван Лучков, подписывайтесь на канал, заходите к нам в Телеграм, там куча акций, кстати, там об этом мы тоже писали. Всем пока!